Ну чё, привет, с вами Битард 671, поэт, философ и музыкант. И мне, короче, пришел сегодня кулер с сайта Deal Extreme. В общем-то, давайте его распакуем, посмотрим, что за кулер. Отдал карту за него 1200-1300 рублей. Вот, смотрите, какая-то бумажка, насадка. Вот такой вот кулер и к нему такие штуковины. Ну еще вот эти как гелевые шарики, да. И инструкция вся на китайском. Но все-таки с AliExpress там, если заказывать, да, в некоторых магазинах там бывает русский язык. Вот. В общем-то, что-то написано очень странное. Intel LGA 775-115X. А в инструкции там на сайте было написано, что оно может подойти на AMD. Походу меня обманули, короче. В общем, сейчас попробуем установить, посмотрим, установится, не установится, потому что там вроде бы должно было быть две насадки, у меня всего лишь одна насадка. Вот, возможно, не подойдет кулер, я просто так выбросил деньги, а так как это Deal Extreme, то там, наверное, вернуть не получится. Если получится, то платить деньги. Ну ладно, короче, проверяем. Ах да, забыл сказать, вы слышите звук сейчас, да, это работает мой кулер старый, да, то есть очень громкий, очень шумный, и это должен быть намного тише. Сейчас, короче, установим, посмотрим, как будет звучать. Ну, надеюсь, не будет звучать вообще. Короче, это мой старый кулер, я не знаю, видно вам, не видно. Покупал его за 120 рублей, а может быть даже 150 рублей. В общем-то, сейчас его заменю. Снял кулер, короче, да. Тут очень много пыли, сейчас буду пылесосить. Вот старый, я его помыл, поставил на батарею сушиться. Пропылесосил, ну так не особо тщательно, но уже намного чище, чем было. Пасты, к сожалению, не было, поэтому пришлось искать у себя в остатках. Нашел аж две. Короче, китайцы опять развели битарда 671 на деньги. Вот эти защелки, короче, не дотягиваются до своих мест. Но, к счастью, у меня есть смекалочка, да. И сейчас мы вот эту основу выгнем к чертовой матери. Достаем инструменты, мамин помощник. Да, вот эта сучка нам сейчас пригодится. Короче, я довыгибался, да, и теперь кулер держится неплотно. Слышите, как хлюпает? Прямо как пилотка твоей мамаши, когда она слушает Битард 671. Ну, короче, прямо сейчас буду на платье выгибать обратно. Не повторяйте за мной, потому что я думаю, что можно повредить плату очень сильно, короче. Ну ладно, погнали. Короче, выгибал, и что-то хрустнуло. Я не знаю, что это было, но ладно, пусть, короче, хлюпает, да. Посмотрим на температуру процессора через программу какую-нибудь, да. Если все будет нормас, то так и оставим, короче, да. Если не нормас, то придется переделывать. Короче, пацантре, в общем-то, я придумал, что я сделаю. Недельки две, а может быть и месяц полежит вот в таком положении мой компьютер, да, пока термопаста не засохнет и не сцепится с радиатором, на котором находится кулер, да, и потом переверну в нормальное положение. В общем-то, вы можете уже сейчас заценить, как тихо стало, то есть, ну, все равно шумит компьютер, конечно, да, но тише значительно, нежели было раньше. Сейчас я вернусь на то место, где я обозревал коробочку, чтобы там вы сравнили. Вот, короче, на то же самое место сел, да, где я обозревал коробку с кулером. В общем-то, можете в самое начало перемотать и послушать, как звучал раньше компьютер включенный, да, и сейчас. Мне кажется, стало значительно тише относительно того, что было. А с вами был Битард 671, спасибо за внимание, пока. Бывает русский язык. Вот. В общем-то... братишка, не забудь подписаться на мой второй канал. Ссылка, как всегда, в описании.